Значит, такой думаю, сейчас посмотрю, что там у нас выжившего продается. Ну, такой думаю, надо добить 6 тысяч. Захожу, и тут просто редкое снаряжение. Фулл комплект за 449 рублей. Вы представляете? Блин, так я сейчас фиолетовое снаряжение в самом начале замучу и буду просто вообще красавчиком. 8000%. Вот она, самая топовая покупка, которую можно приобрести еще и в самом начале. А если мне сейчас еще предложат за 889 еще шмоток накупить, ну, мне тут будет просто нечего сказать. Это реально, вот он где, оказывается, топ-то находится. И шмота можно прикупить, и чего только угодно. Это просто неимоверно бомбическая штука. Я вот вообще не пожалел, что случайно зашел. Реально, начало на новом сервере, очень много можно в начале прикупить. Просто реально очень-очень много. Ну, вы сами видите, что как бы тут цены в разы дешевле, чем их покупать просто так, где-то в каком-то месте. Я реально, я сам в шоке, думал, такой, надо этого прикупить, Моргана, а тут оказывается, вот они. Вот они, шмотки просто с ровного места за 449. Мне еще вот этих ускорений бы не помешало купить с карточками. Вот этих. Столько денег можно вначале потратить, чтобы потом уже тратить по минимуму. Ну, блин, я считаю, что это мега круто. Я после того, как прикупил это снаряжение, я просто был в шоке. Вы посмотрите, что реально. Я фиолетовое снаряжение на 22 левеле за 8 дней игры до сих пор не могу собрать. Что происходит здесь? Смотрите. За 2290 я могу фиолетовый комплект себе купить. Фиолетовый. Вы понимаете вообще? За 2290. Сейчас за 9490 они мне предложат купить легендарный комплект. Я вот отвечаю. Это вот вообще я в шоке просто. Ну реально, смотрите, фиолетовый комплект. А, ну конечно же я не могу его не купить. Это просто бомбическое пополнение. Фиолетовый комплект — это мега топ на одного из выживших. Я считаю, что это мега круто. Блин, ну я в шоке. Смотрите, вот насколько у меня изменится мощь. 1 078 000. Сейчас мы его одеваем. золотой комплект, конечно, это вообще топчик, конечно, закупить. Просто моя мощь растет до 1 213 000. Так, давайте-ка мы на него сразу оденем. Я в шоке, если честно. Вот где он, топ-то продаж. Да. Ну что, рик у меня подорос до 630 тысяч, смотрите. Было 1 300 000, стало 1 900 000. Плюс 600 тысяч к мощи. Я в шоке вообще. Я реально в шоке. Если я еще один костюмчик прикуплю, это будет вообще... Плюсом, смотрите, 50 на прокачку Рика, 30 на Кэрол. Что он там по выжившим? Рейтинг выживший. 658. Если мне еще подкачать Рика. Да, он у нее неплохо выкачан на 658. Я, конечно, не догоню. Ну, еще только после 50-го вкачивать. Так, Кэрол мы сейчас объединим. В итоге у нас 1 938 000 мощи. И где мы там? Мы на 7-м месте. До 2-го места там остается чуть-чуть. Если я еще одну прикуплю, я стану 2600, как у Бэтгерл. Да. Слушайте, за 1790 я реально в шоке. Это реально крутая покупка. Ну все, мы будем бету выбивать. Нафиг нам рик-то теперь нужен. Фиолетовые шмотки, это, конечно, мега круто. За такую цену их вообще надо просто скупать. Я реально, я просто в шоке. Плюс 600 тысяч. А у этого сколько там? Не, можно, конечно, на покупать просто шматья. На десятку денег спустить.
Нямку. Мощь. Мощь. Ну я, конечно, блин, я реально, я все еще пытаюсь отойти. То, насколько мы выросли в мощи. Сможем мы следующих пробить зомби, интересно? Мы пробили сейчас 15-х. Наверное, навряд ли мы сможем их пробить. Надо всех вылечить. Просто хочу попробовать. Чтобы было понимание, насколько фиолетовые шмотки. Ну тут что-то много их надо. Да нафиг нам этот теперь золотой пояс, когда тут просто за такие деньги можно приобрести. То есть у нас 1650 нам комплект этот обошелся. Если я еще куплю 600 тысяч, у меня будет... Где там эта мощь-то? Курс выжившего не то. Повышение мощи. Плюс 600, 2500. Ну, мы до второго места можем взлететь. Ну, до первого-то нам далековато лететь. Там уже мега какой-то донатер. Ну, ходячих 16-х-то я уж переборщил, хотел заводить. Хотя, слушайте, 60 косарей. 240% это, ну, почти 80. Ну, почти. Очень неплохо, на самом деле. Я реально немножко поражен. Фиолетовый шмот, это, конечно, круто. Я, наверное, еще один комплект прикуплю, но я до сих пор в шоке. Вот такие вот дела. Но это круто, конечно. Церковь Александрии, это, конечно, мега крутое здание. Смотрите, что оно дает нам. Внешний вид, церковь Александрии. Атака всадников плюс 3%. Блин, ну она плюс 5 штук сразу дает, это атака всех бойцов еще плюс 2. Ну ладно, церковь Александрии, это что-то очень дороговастенькое удовольствие будет выходить. Вот такое вот видео получилось.